Сьогодні багато людей починають замислюватися про незвичайних домашніх вихованців, особливо після роликів у соцмережах, де по хаті весело стрибає єнот або ганяє домашні лисиці. Після цього традиційні собаки, кішки, папуги та хомячки здаються занадто звичними і хочеться нових відчуттів, познайомитися із новою твариною, стати щасливим господарем незвичайного вихованця. А уявляєте, якщо було можливим приручити хижу кішку, схожу на рись, розміром з собаку, і це таки реально. Тож про домашніх екзотичних степових рисей поговоримо із власницею розплідника Анною Кузьміною. Добрий день. Доброго дня. Давайте і познайомимося з вашим вихованцем. Это у нас каракал. Это мальчик, ему 3 месяца. Папа у него размером огромным, то есть он 26 килограмм, его отец, мамочка у него 18 килограмм, то есть мы еще совсем маленькие, мы будем размером по колено, весом тоже приблизительно 20-25 килограмм. А вот действительно, саме цю кишку называют степовою рисю, чи правильно це? Правильно называть каракал, это отдельный вид кошачьих, рысь это один вид, каракал это другой. Их путают из-за кисточек и часто называют рисями. А взагалі каракал, це ж досить дивне слово, звідки воно походить і що воно означає? Каракал в переводі означає чорне ухо. У нас тут чорне ушки, угу, у котеночка. А от які загалом такі основні зовнішні характеристики каракала? От як можна от визначити, що це от каракал і що це... С чем вы мазаете справу, каракал. Да, когда вы дома каракал посмотрите. Имеет такой окрас пумы, да, чистый, без рисунка по корпусу, четкие высокие уши, с длинными кисточками, они достигают до 5 сантиметров, ухо прокрашенное в черный цвет, и есть масочка. Масочка на вот усики, носик и вот такие маркеры, бровки вертикальные. А у вильной природе, где они встречаются, где они живут? В основном каракалы обитают в Южной Африке, большинство подвидов обитают так, там, но есть еще азиатские подвиды. И в Киеве. Да, а вот насколько каракалы є безпечними тваринами, и чи вот радили бы вы их тримати родинам, у яких є маленькі діти? Смотрите, каракал, он не для всех изначально, то есть это животное, пусть оно домашнее, оно выращено с бутылки, то есть человека, мы для него мама и папа, его не выращивает мама-кошка, его выращивает человек, и достаточно они любят людей, но это животное не для квартир. Это животное для загородного дома, где есть много площадей достаточно. Можно построить вольер для выгула, потому что он обязательный. То есть, чтобы а какого размера должен быть этот вольер и чем оснащенный? Удобно пристраивать вольер к дому, чтобы была дверца на магнитике, вот как для собачек, кошечек, и чтобы котик имел свободный доступ к улице. Когда захотел, тогда и пошел. Им очень полезен витамин D, то есть поспать на солнышке для каракала очень полезно. А так вот они гуляют по дворе, повертаются они до дома? Мы против открытого выгула, потому что для каракала не существует заборов. Они достаточно любопытные, и пойти осваивать другие территории не составит им никакого труда. Поэтому вольер не для того, что они злые и опасные, а для того, чтобы ограничить их передвижение. Потому что никакому соседу не понравится, когда к нему забежит 25-килограммовый кот, и люди в стопоре, они же не знают, что ожидать от такого милого котенка. Ты бачишь, что они могут еще и переплутать его с той рысью. Да, да, и пума в доме, и рыси, и что такое. А от якими загалом рисами характеру має володіти людина, яка і буде виховувати каракала? Ну, який загалом характер у такої екзотичної кішки? Каракал підходить як любителям кошек, так і любителям собак. Тому що у каракала в повадках є і від кошки, і від собаки. Вони вплоть до того, що можуть і м'ячик приносити, і на поводке ходити, і ігрушки їм покупаються собачі, не кошачі. Тому що кошачі ігрушки їм на 5 хвилин, вони дуже хрупкі, мелкі. Але при цьому і дірки кошачі нам потрібні, і лежаки кошачі нам потрібні, як вот действительно кота-пес, как комбинация с собачки с кошкой. И в воспитании то же самое. То есть навыки как собаку воспитывать, так и кошки. Но не сложнее, чем вот как два в одном.
А іграшки все ж таки, які от вони для каракала? Любые... И чи швидко цікавість каракал втрачає до своїх іграшок? Игрушки ми вибираємо в відділі собак, такі м'ячики всякі. Вот это временно, то есть мы такими махалочками, ну буквально там на фотосессию, чтобы отвлечь внимание. В основном у нас идут жгутовые, канатные игрушки, чтобы погрызть, почесать зубы. А мебели подходят? Мебель, как у любой кошки, если с детства котенок не социализирован и не приучен, к примеру, заводчикам, к дерке, и может он использовать и мебель, но приученный котенок, как любое животное, знает слово «нельзя», и переходит котенок в новый дом, не приучен к мебели. Там уже задача владельца, то есть дальше воспитывать животного, и кот должен знать, что можно, а чего нельзя. Шановні, от бачите, дійсно, скільки все ж таки загалом у світі є неймовірного і цікавого. І хочу нагадати вам, що сьогодні ми спілкуємося саме про екзотичних кішок. На відміну ще й на сторінках там соцмереж різних або сторінках книжок ви мали можливість побачити подібних котів, але зізнатися, ці кішки, вони настільки неймовірні і насправді ми дуже багато ще чого про них не знаємо. І неймовірна і така чарівна не лише зовнішність таких екзотичних кішок, тому залишайтеся на хвилі телеканалу «Ким». Ми продовжуємо далі. У нас вже інші представники екзотичної породи. Розкажіть, будь ласка, це кошеня. І яка це порода? Це котята 2 місяців. Це котята «Каракет» F1, тобто першої генерації. У них папа «Каракал», а мама – домашня кошка, тобто домашня породиста кошка. А що таке перша генерація F1? Що це? «Каракал» пішло слово від «Каракет». Каракал, каракет, каракал и кэт, каракет, то есть мама кошка, папа каракал. F1 это значит папа у них каракал, F2 будет, это значит дедушка у них каракал, то есть уже дальше идут дикие крови. F3 будет прадедушка каракал. То есть чем ближе к папе, тем они более экзотичные, они крупные. Вы скажете, им месяцев? 2 месяца котят. Мы так понимаем, если тато каракета, скажем так, схожи на рысь, а мама это домашняя кишка, то, мабуть, каракеты, они как-то и в характере трошки Да, больше. Они намного мягче. Домашняя кошка очень смягчила характер каракета, и они приспособлены уже жить в квартирах с другими домашними животными, с семьях с детками. То есть вся гибридизация идет для того, чтобы экзотичность вот эту вот оставить, чтобы были крупные котята, потому что каракет достигает... А до какой ваги из роста каракет может? Каракет достигает роста 45 сантиметров, то есть это чуть ниже колена, и вес где-то от 11 до 15 килограмм взрослая особь. То есть это и не очень крупное, но в размера, поверьте, хватает с головой. А как, до речи, каракеты ладят с другими домашними тваринами? Они в первую очередь быстренько бегут познакомиться в новой семье, это с домашними животными и самыми маленькими детьми. Вот первый контакт у них налаживается именно с теми членами семьи, которые нас очень волнуют. Да? Что не скажешь про каракала. А, до речи, сколько эта порода каракета уже в Украине у нас есть? Мы начали заниматься выведением каракета с 2014 года. Но мы растили каракала с самочками, и в 2015 году у нас был первый помет. Но потом самец, кроме этой кошечки, никого больше не захотел вязать. Да, а мамочка больше так и не смогла родить деток. И мы завели еще несколько каракал, и вот на сегодня мы уже регулярно получаем от другого самца каракала котят-каракет, то есть с прошлого года регулярно. А от каракети, наскільки їх легко привчити до лоточка? От якщо каракал, до речі, вимагає, ви казали, вигулу, краще, щоб каракал жив у приватному будинку і мав можливість гуляти вольєром. Каракал гуляет вольером не для выгулу, как собака. Каракал точно так ходит в лоток. Причем каракалы и в природе очень чистоплотные. Они в своем ореоле ходят в одно место в лоток. То есть у них по природе чистоплотность, они не гадят в доме абсолютно. Каракетов, во-первых, заложено
каракалам чистоплотность, плюс мама-кошка, обычная мама-кошка, она их приучает. То есть заводчику не нужно их приучать к лотку, они сами идут за мамой, только начинают ползать, идут в лоточек, и то есть мама их всему этому учит. Просто чекай, я просто хочу нагадати, про що ми зараз говоримо. Хочу нагадати нашим глядачам, зараз ми говоримо про екзотичних кішок. Ми вже познайомилися з вами з каракалом. Це кішка, яка надзвичайно схожа на степову рись. Ми вже з вами познайомилися із каракетом. До речі, каракал є родичем каракета, а тепер будемо знайомитися далі. Розкажіть, що це за кішка? Это у нас мальчик, ему 6 месяцев, это каракет. То есть тем котятам 2 месяца, этому мальчику 6 месяцев. 6 месяцев уже такой кабанчик. Да, да. А представьте, какой он будет в 3 года. Сколько же он есть? И сколько, в целом, ежи нужно, вот если взять там, зважить порцию одну, для того, чтобы прогодувати каракета и каракала? Багато есть? И что он есть? Ну, грубо говоря, если каракал весом 25 килограмм, а каракет 15, естественно, он и будет кушать на процентов 45 меньше, чем взрослый каракал. Если взрослый каракал в сутки съедает 800 грамм мяса, но мясо всего, и кости, там все идет. То есть не филе чистое, а всего мясо вместе с внутренностями. То есть цыплята, перепелочка, то каракеты кушают точно... Да, точно так. На самом деле меню очень полезное, и оно абсолютно... Вот каракета можно кормить и кормами, но оно выходит не дешевле, но м'ясом полезні намного. Ви знаєте, мені здається, що є таке питання, яке надзвичайно хвилює зараз не лише мене, може, мого колегу, а й глядачів. Скільки приблизно може коштувати ось таке екзотичне кошеня? Ми так розуміємо, що лише заможні люди собі можуть дозволити таку кішку. Так, звісно, це екзотичні тварини, це найрідкі кошки в світі, тобто найрідкі, найкрупно виводимі. Поэтому и стоит эта кошка... Принаймні від якої да, суммы? И стоит эта кошка дороже всех котят в мире от 12 тысяч долларов и может достигать 18 тысяч долларов. А каракал дороже, ніж каракет? Нет, каракал дешевле, потому что, во-первых, его получить намного проще. Каракета получить сложно, и каракал стоит в районе 7-9 тысяч. То есть, но он и подходит не всем, в отличие... Как он хочет признать свет, да? Да. Мы вам очень благодарны, что вы сегодня завітали до нашей студии. Мы бы залюбки еще спілкувалися про и каракалів, и каракетів, и насолоджувалися грацією цих екзотичних кішок. Дякую, что сегодня завітали. Я ж хочу нагадати усім, что про домашню екзотичну степову рись каракала та его родича каракета ми говорили із власницею розплідника Анною Кузьміною.